Ну, значит, что, пойдем пройдем сейчас обряд посвящения, наверное. Сейчас мы Вилану посвятим. Просветим. Порой я тебе завидую. Чего? Почему? Даже самый маленький человеческий ребенок знает хотя бы дюжину героев из легенд. Эти предания считаются чем-то обыденным, и их так много. Ох, иногда это очень меня злит. Мы, долийцы, утратили большую часть истории и легенд, и очень дорожим тем, что помним. Угу. Мы можем поделиться преданиями, они принадлежат всем. Но ценит ли человеческое дитя предание о совершенном Эдукане так же, как и Дейна и Оборотня? Предания — это ниточка к прошлому. Они хранят в себе опыт и мудрость целого народа. Без них мы теряем себя. Я, наконец, придумала, что сделаю с твоим подарком. Буду записывать туда легенды и всякие истории. Хорошая идея. У моего народа будут новые легенды. Они родятся из того, что я знаю и что видела. Пусть когда-нибудь они будут той нитью, которая свяжет моих детей и детей моих детей с их прошлым, в том числе и со мной. Теперь я понимаю, какой это ценный подарок. Я им буду дорожить. Прикольно, однако. Ну, хорошо. Так. Да, это, конечно, хорошо. Мне надо разобраться с моими шмотками. У меня слишком много тут всего валяется. Пока, наверное, так вот оставить можно. Так, что тут у нас? Давай посмотрим, да. Вам что-нибудь нужно, командор? Давай, да, посмотрим, что у тебя есть. У меня там до хрена всяких штук. Так, спящие, кайфуйно. Ну, в принципе, ничего не надо. У меня вот копий рун очень много. Мне их надо куда-то, наверное, деть. Так. Ну, так что там насчет того самого, а? Ты о чем, Огран? Я обдумывал свой замысел. Грандиозная стая мабари на колесницах. Толковал как-то на эту тему с твоим псом. Его, похоже, не впечатлило. Штука в том, что серые стражи смогли бы выставить себя круче и привлекательней. А то всякие считают, что мы такие мрачные и костные. А дамочки обожают колесницы. О, да. Ага, все ясно. И зачем, спрашиваются, стены? Здесь не теплее, чем снаружи. Может... Пойдем уже? Не стоит нам здесь время терять. Окей. Чем могу быть полезна? Так, мне нужно что-нибудь зачарованное. Конечно. Да а чего у меня рун-то нету? Чем могу быть полезна? Руны на продажу есть? Ну, это есть. Так, у нее-то понятно, что есть. Мне нужно. Они что, не занимают, что ли, место, вот эти копии? Я просто думаю, что место занимают. Тут очень много вон. Так, ладно, это мы пока опустим. Всем встать. Идет страж командор и законный повелитель всего Амарантайна. Я откладывал это сколько мог, но вы имеете право вершить на своей земле Верховный суд. Надо разобраться с кое-какими придворными делами. А мне надо что-то узнать, прежде чем мы приступим к делу? Согласно традиции, каждый проситель сам изложит вам свое дело. После этого я дам вам совет, а потом вы примете решение. Синишаль башни тоже может вершить суд, если Эрл так прикажет. Угу. Ну, давайте начинать. Садитесь. Первым страж-командор выслушает дело пастуха Алика.
От имени короны подтверждаю, что Алик похитил 2 бушеля зерна, предназначенного для гарнизона в Амарантайне. Будучи схвачен солдатами, он во всем сознался. Наказание за кражу казенного имущества – смерть через повешение. Что ты желаешь сказать, Алик? Моих овец перебили порождение тьмы. У меня семья умирала с голоду. Я прошу милосердия, командор. Просто милосердия. Бедолага. Укради он неказенное имущество, отделался бы плетьми. А я ничего, я не знаю, я не хочу его вешать. Закон и закон повесить. Милосердие мне не нужно, дать ему плетей помиловать. А, не чуждо, Господи, вступай в армию, останешься жить, и твоя семья будет сыта. Вот, мне кстати, наверное, в армию лучше вступать, типа, он будет жив, и семья сыта будет. Мне кажется, лучше так сделать. Вступай в армию, останешься жить, а твоя семья будет сыта. Спасибо вам! Спасибо! Следующее дело серьезное. Данелла, солдат башни, самовольно покинула пост и была схвачена в 3 лигах от него. Она обвиняется в дезертирстве. Даже в мирное время наказание за это – смерть. Я несколько раз просила старого капитана освободить меня от присяги. Порождение тьмы слишком близко от хутора моих родных. Я нужна им, милорд. Я не потому ушла, что струсила. Ты запятнала бесчестьем всю башню. Думаешь, у тебя одна семья в опасности? Гарнизон из-за нее на ушах стоит. Данелла – прекрасный разведчик, но дезертирство может развалить армию. Так, ну это да, дезертирство прощать нельзя, казнить. Причина дезертирства смягчает ее вину, год тюрьмы. Даниэл перевозит семью сюда и продолжает выполнять свой долг. Причина, так, если я сейчас, короче, позволю ей привести сюда свою семью и выполнять свой долг, это сейчас на нее, короче, все посмотрят, солдаты будут, о, типа, вот, ну тоже так можно. Нифига. Причина дезертирства смягчает ее вину. Год тюрьмы. Командор сказал свое слово. Следующее дело гражданское. Леди Лиза Пактон, владелица Тайерного холма. Она... Предпочитаю говорить за себя сама. Рэндон Хоу, прежний Эрл, мне кое-что обещал. Некоторые обещания он изложил на бумаге. Мне было дано право на доходы с Южного моста. Чем же ты так подсобила Хоу в его делишках, чтобы получить столь ценный дар? Я сэр Дэррен, и она покушается на мою землю. Землю, которую у меня отобрали, потому что я был из тех немногих, кто выступил против Тейрна Лагейна. Командор, сэр Дэррен наш союзник. Не так много людей в Амарантайне, которые искренне вас поддерживают. Если хотите приобрести новых союзников, следует судить беспристрастно. Либо я ее доверю потеряю, либо его. Короче... Ее требования законны, Дэррон, но я обещаю возместить тебе эту потерю, наверное, вот так вот лучше. Этот мост построил мой отец. Ну да ладно, я вам верю. Командор сказала свое слово, решение принято. Надеюсь, что, блин, все норм. Заседание суда Эрлингов закрыто. Смилуйся надо мной, Создатель. Дальше, надеюсь, будет полегче. Будем надеяться, что я все правильно сделала, потому что ну, мне бы хотелось, чтобы это было так. Командор. Так, что еще? Есть еще один желающий пройти посвящение. Надеюсь, они будут более удачливы, чем сэр Махаири. Я все подготовлю. Отныне и впредь ты серый страж, Виланна. Да будет так. Однако она все еще дышит, командор. Она придет в себя. Отлично. Командор. Так, расскажи о положении в Эрлинге. Солдаты как могут стараются защитить крестьянские угодья. Только их маловато.
для такой обширной территории. Мастер Вейт день и ночь не выходил из кузницы. С новым оружием и доспехами наши солдаты будут сражаться гораздо успешнее, сэр. Порождения тьмы нападают на отдаленные селения большими отрядами. Простые люди напуганы, командор. Угу. Доброго дня, страж-командор. Так. Я к вашим услугам, командор. Так, первый страж. Нужно больше стражи. Хорошо, командор. Ну, ничего, вроде нету нового такого. А о чем можно было бы с ними поговорить? А с Виланой можно поговорить, нет? Я хочу побыть одна. Понятно. Да. Да. Так, есть там письма для меня? Командор, подождите минутку. Нету. Окей. Позволь мне сказать, сэр Гном, что в бою ты грозный воин. Это шутка? Сэр Гном. Меня тогда только один раз проняло. От неожиданности. Нет, это... Это был комплимент. А-а-а. Не привык я к ним. Да. Не понимаю, почему. Твои таланты... Ладно, ладно. Считай, что уже теперь сделано. Теперь, кажется, понял. Так-с. Надо как-то вот это вот переносить, потому что нету места уже здесь, от стороны. Так. Пойдемте, что ли, куда нам там надо? Так, ну давайте в Амарантайн, наверное. Сейчас квесты надо сдать. Так. Тут надо вот здесь вот, по-моему, квесты-то сдавать. Вот Мэрвису надо. Вы вернулись. С какими вестями? Я избавила вас от напасти. Больше нападений не будет. Правда? Какие чудесные новости! Я обещал пожертвование, верно? Вот. Возьмите это в знак признательности всей торговой гильдии. Спасибо. Если торговая гильдия может еще чем-то помочь серым стражам, не стесняйтесь, просите. Рад был познакомиться, страж-командор. Так, отлично. Дальше посмотрим, что у нас. Так, это мы все приняли. Рад вас снова видеть. Кажется, я задолжал вам награду, верно? Ну, конечно. Так. Рад вас видеть в добром здравии, командор. А, меч мы не нашли. Если вы пойдете в деревню... А в деревню в какую-то должен быть меч. Там еще, по-моему, что-то мы брали. Так, а я не могу вот это вот открыть. Нет? Нужен ключ. Нужен ключ. Почему ты вообще захотел стать серым стражем? Чтобы было о чем порассказать, выпивши. Даже не верится, что ты выжил на посвящении. Что, неужто надрался и поспорил на пиво? Угадал? Твой череп с первого удара проломлю, спорим? О, а спорим, я тебя перебью и не сползу под стол. Спорим. Понятно.
На статую нажать нельзя? Отвергайте грех и храните веру, и познаете вы блаженство благословения Создателя. Вилана и Андерс не одобряют. Ну, я постараюсь. И как есть только один мир, одна жизнь. Альма. О, куда же подевался мой Карен? Карен. Так, мужа ее надо найти, да? Ну ладно. Деревянный ящик. Ничего нету. Надо было, может, в эту зайти. В таверну. Почему там дверь там-то закрыта? О, Аня. Я думала, там сундук где-то. Думаю, да ладно, неужели я прошляпила? Мы, наверное, вон там увидим сейчас, нет? А, ну только тут выхода нету. Блин. Пойду-ка я в таверну зайду. Вроде город Амарантайн. Ну, типа там город дальше, наверное, потому что, ну, это маленький город, получается. Это вообще не город, а деревня какая-то большая такая. О, кусочек записки. Говорю, что я пропустила, наверное. Задание обновлено. Так. Вот. Значит, фрагмент гласит. Пройдись по высоким мостикам над городом. Я все еще хожу туда и жду тебя, дорогая Альма. А, по стенкам надо, типа. Ну ладно, пойдем. Тут нету ничего, ёлки-палки. А, еще там есть около церкви. Городской стражник. Около церкви еще есть подъем на стену. И около входа в город. Там, где ворота, да? Блин, у нас нету быстробеганья. А, нету. Я, по-моему, не прокачивала. Печалька, блин. Ну ладно. Нету ничего. Блин, это странно. В записке что написано. Так, простолюдиные. Давай вот с этой стороны зайдем. Кусочек записки. Вот тут я вижу, да. Ну, значит, здесь было. Сейчас посмотрим, что там дальше. Ну, хорошо.
Так, предметы обновлены. Второй кусочек. Отрывок гласит: «Бедный муж, ты так мечтала восстановить тот дом, но я тебя подвела». Так. Как пожелаешь. Понятно. Все, пойдем скажем, что Карен-то повесился, по ходу дела, либо его повесил кто-то. Не, ну сам-то мне кажется, он навряд ли повесился, скорее всего, его кто-то. Хотя не знаю. Может, и сам. Блин, надо прокачать быстро бег. Что-то мне не очень прикольно так бегать. То есть, постоянно таким прогулочным бегом. Он повесился? Он повесился. О, Карен, что же ты мне ничего не сказал? Так, по заданиям. Так, разберитесь с разбойниками, которые терроризируют беженцев, укрывшихся за городскими воротами. Разбойники вымогают деньги у беженцев за городскими воротами. Это, блин, где? Так. Странно, вроде всех убила. Я постараюсь. Чещебные холмы, наверное, надо. Ладно, сейчас я сюда по-быстрому забегу. Все равно по пути. Но тут ничего не будет, потому что здесь мы уже всех поубивали. Поэтому мы пойдем дальше. Опа. Ха-ха, я так и знала. Ну, я просто знаю, что мало ли что-нибудь попадется, поэтому. Как пожелаешь. Может, как раз вот этих разбойников и надо было убить? Действительно. Не добежал. Благодарю вас, сэр. Возьмите в знак благодарности эти монеты. Но сейчас я отправляюсь в башню бдения. А, ну беги, беги, беги. Так, задание выполнено. Конечно. Конечно. Задание выполнено. Да вот это вот, наверное. Да, ну да. За счет славы. Нет. Нет. Горелый труп. Ну, я тут была уже. Просто я думала, может... Может, еще что-то... обломится. Так, ну, чещебные холмы.
Доступна новая местность Чищобные холмы. А, так. Записка. Записка уже лежит там. О. Обглоданный тигр. Медведь. Иди сюда, блин. Вот медведь, медведь там. Да. Моровой медведь. Так, вот я думаю, мне по мосту... Не по мосту пока не пойду, я пойду сюда схожу наверх. Опа. Никто не разболтал об этом. Ты козёл. Это моя любимая часть. Так, добейте там его. Блестяще. Вообще офигели, блин. Устроили мне тут. Бедный чувак. Что там за записка? Записка гласит, вот что происходит с грязными... Кем? С грязными изменщиками. Это что за дела тут вообще творятся, а? Так, пойдем на мост. Пойдем. Блин, а там внизу, кстати, чья-то сумка. Вон там внизу. Я, наверное, сейчас туда спущусь. Как-то. Мост не обвалится, а обвалится, нет? Я однажды упал с лестницы. Она была очень похожа на эту. Да, ты что, серьезно, что ли? Ну, мы-то не упадем, ты не переживай. Прелестно. Даже если упадем, не один же ты будешь. Все вместе. Ну, хорошо. Так, я все сейчас заберу. Давнее прошлое. Задание новое. Записка Даррена Лайла. Так. Блин, понаставили свои херовины, типа, порождения тьмы-то. Ёп! Господи, чё так пугать-то, а? Чё за дела? Блин, он на меня заморозил. Ну ты дурак. И Огрена. Меня с Огрена взял, заморозил, как обычно, блин. Он любит нас морозить, засранец, а? Ты смотри. Талисман Микки. Оленья нога. Талисман везения. Окей. Ну, тут так вообще прилично вроде. Я Тита. Прилично? Ямы. Ямы. У вас там все включено-то? А то сейчас... Ну? Как обычно, что-нибудь возьмут, да, отрубят сами. Ну, я же говорю. Опа. Чё это у неё с лицом? Чё у тебя с лицом? Кто тут готов жертвовать? Конечно. Я самый кошмар. И мы будем милосердны. Ух, ещё бы чуть-чуть. Мне показалось, что я сейчас и впрямь вступлю в Легион Мертвых. Кстати, броня на тебе, да. Так, как ты? Может, ребро треснуло, но наверняка не скажешь. Все болит. Так. Тебе нужна помощь? Нет, нет. Все в порядке. Мне просто нужно отдышаться. В любом случае, долго я болтать не могу. Может, мне надо вернуться к
Как бы это глупо ни звучало, вдруг я смогу что-то сделать. Куда? В старинной крепости Кэл-Хирл. Там что-то происходит. Думаю, порождение тьмы готовят армию. Легион вышел на разведку, но Кэл-Хирл оказался слишком твердым орешком. Случилась бойня, и в живых осталась только я. Угу. Порождение тьмы должны быть уничтожены. Ладно, как тебе удалось уйти? Когда я увидела, что все мои друзья убиты, я испугалась и убежала. Порождения тьмы изменились, стали смышленей. Они уничтожили легион. Я видела, как они схватили кого-то из женщин, и решила, что мне такая участь совсем ни к чему. Угу. Ты выжила, чтобы снова пойти в бой? Только этот бой выиграть невозможно. По крайней мере, в одиночку. Но если порождения тьмы и впрямь готовят армию, я не могу оставаться здесь. Я должна что-то сделать. Так, я Серый Страж. Я пойду в Кэл-Хирл. Ух ты, да чего кстати. Не иначе предки подсобили. Я покажу тебе, где находится Кэл-Хирл. Вместе не так опасно, правда? Ладно, идем со мной. Превосходно. Теперь шанс уничтожить их гнездо не совсем крошечный, а просто очень маленький. Да уж, та еще оптимистка. Не будем тратить время. Нас ждет Кэл-Хирл, а порождение тьмы, брошенное без присмотра, занимается всякой ерундой. Так, Огран, ты, конечно, прости. Я не знаю, правильно ли я делаю. Гром по гром. У нее волос нету. Ха! Это, короче, что-то... Это баг. Это баг из-за модов. А со мной будет бегать... Она гном? Чтоб тебе одеть? Да, господи ж ты ж, боже ж мой. Ну, как-то так. У нее... Да, наш разведчик. Пускай пока так, наверное, ходит, потому что у меня пока для нее ничего нету. Пока что у меня для нее ничего нету. Единственное, я могу ее, наверное, полечить, потому что... Что у меня там? Надо ей аптечек. Так, припарки сюда. Вот сюда. И аптечки вот сюда. Так, это сюда. А, это поддержан двойной. Порыв тоже поддержан. Поэтому я делаю как? Я делаю, значит, мы ее лечим. Включаем это. Тактика. Наступательный драчун. Из тебя мы делаем лучника. Дистанционный. Значит, что? Что мы ей возьмем? Блин, я даже не знаю. Но она легионер-разведчик. Она, наверное, кто будет? Тень, наверное, нет. Может быть, убийца и бард. Возьмем ей песню, будет она у нас с песней. Так, посмотрим. Так, возьмем вот это. Потом, что там еще? А, у нас много этих штук. Можем все взять. Так, дальше. Возьмем ей песню. А потом это пассивка. Это тоже пассивка. Это поддержано, кстати. Так, метку смерти я ей возьму тоже. Пассивки все возьму. Так. Здесь активно, тут активно.
Это пассивная штука. Двойной удар. Можно я двойной удар? А, я даже не знаю. Ладно, это я возьму. Делаем вот так. Что-то тут до хрена, кстати, получается прокачка-то. Еще возьму вот эту штуку. Незаметность. Надо и незаметность. Надо вообще-то. Так, слабые места тоже надо прокачать. Ну, короче, сделаю пока вот так. Что-то тут очень много получилось. Как-то многовато. Так, это у нас что? Это у нас поддержано. Вот это у нас тоже поддержано. Это у нас тоже поддержано. Это тоже. Двойной удар. Метка. Ну, пускай вот так будет. Так, в этом режиме здоровья легионера устойчивую крону, которая, тем не менее, сокращает выносливость. Ну, выносливость сокращает. Зато у нас будет норм. Так, к устойчивости... Давай-ка вот порчу вот эту вот оденем. У тебя, может быть, не так будет. Заметно, что головы нету. Нет, заметно. Ой, печально, печально. Ну ладно, что сделаешь. Так. Ловкость, сила воли. Ловкость нам нужна. Так, приманка. Здесь тоже активация. Так как я его лучником сделала пока что, я ему возьму вот эту штуку, потому что она ему очень нужна будет. Как захочешь. Ставим быструю стрельбу, вот эту хрень, и, в принципе, мне кажется, будет вообще нормально. Ёлки. Прицеленная уже не нужна, короче говоря. Пум-пум-пум. Так. Так, что у вас там есть? Припарки всякие. А, вот и еще один напарник. Кэл Хирал, это там? Кэл Хирал, да. Кэл Хирал. Кэл Хирал. Кэл Хирал. Кэл Хирал.